Всем огромный привет! Сегодня на обзоре у меня продукция из магазина Ева. Итак, взял я два Эрвика Pure. Взял два Эрвика. Решил попробовать с такими вот 5 эфирных масел, как написано на флаконе, с ароматом пачули и эквалипта. Эвкалипта. И второй тоже это эфирное масло, лимон и, кажется, флавор, цветок какой-то, не знаю, здесь не по-нашему написано. Попробуем эти эрвики, никогда я их не брал с этими маслами. Перед этим у меня был, сейчас я вам покажу, специально взял, достал, тут у меня уже просто заканчивается мой эрвик. Так, кажется, гранат, если я не ошибаюсь. Да, перед этим у меня, вот он уже заканчивается, тоже классный запах, но если он долго стоит, то, знаете, поднаедает уже. Поэтому решил, не, классный, поэтому решил взять с этими ароматными пачулями. По 65 сейчас он в акции. Так он 100 с чем-то, 112, если не ошибаюсь. Акция очень хорошая. Значит, все товары, которые я покупал сегодня, ну почти все, я буду говорить там по кэшбэку, там пару штук, которые не пошли по кэшбэку с возвратом. А остальные все товары у меня были по кэшбэку. То есть очень выгодно опять взял в Еве. Дальше. Так, Ленор. Было несколько Леноров, но вот эти вот Леноры я никогда не брал, поэтому я взял две штуки, поэтому здесь парфюм какой-то тоже никогда не брал. Вот этот парфюмованный Ленор первый раз взял, тоже очень мне запах понравился, поэтому я взял две штуки. Ну, конечно, там был выбор побольше, но что-то вот мне понравились вот эти вот, именно вот эти ароматы. Всегда брал вот эти вот такие синие и голубые, мне очень нравились, а в этот раз взял, думаю, поменять. И вот эти запахи мне очень понравились. Ребята, всегда стираю свои вот свитера, ватники, стираю там или на щадящем режиме в стиральной машине, или вот вручную, потому что они растягиваются. И всегда в теплой воде замачиваю в ручной стирке, добавляю линор. Всегда замачивайте в линоре или там в стиральной машинке. Всегда добавляйте линор, потому что линор очень бережно относится к вашим тканям и сохраняет аромат ваших вещей на очень-очень долгое время. Я взял его за 35 гривен. Это тоже по кэшбэку. Так, дальше. Дальше у нас Persil. Вот такой, 750 миллилитров Ленор. Persil, вот такая огромная штука. Брал всегда Ариэль. Ну, иногда и брал Persil. Просто сейчас Persil тоже был, шел по кэшбэку. Здесь 2 литра. Он мне получился по 213 гривен. Это очень-очень хорошая цена, друзья. То есть одного колпачка большого, вот этого целого колпачка, хватает, чтобы постирать, ну, скажем, две пары штанов, там, свитер, ватник, что это там еще кинуть, цветную, ну, за цветную я говорю, рубашку, пару футболок, мне вполне там, знаете, хватает. Так вот я поставлю. Так, дальше, ребята, взял вот такой тоже стирающий гель. Это у нас идет Германия, тоже очень хороший гель. Я всегда беру этой фирмы, там и моющие, и для плиты, тоже очень хорошая штука. Здесь у нас сколько? Полтора литра. И он мне получился за 75 гривен. Тоже очень хорошая штука для стиральных машин, то есть для автомата. Запах еще не нюхал. Не нюхал и не открывал. Вот такой идет тоже. Видите, колпачок мерный для автоматических машин. Открываем и понюхаем. И скажу, запах, наверное, тоже... Ну да, химия. Химия есть химия. Что там нюхать? Ну, пахнет свежестью. Так. Так вот поставлю. Вот так и вот так. Я сказал, да? 75 гривен. Ну, а дальше уже такие. Это скраб. Короче, видите, такие маленькие крупинки, чтобы вы понимали. Скраб такой, как, ну, пенится. И в нем такие крупинки, вот как сахар. Вот как сахар, который вы даете в чай, как обычный сахар, только, видите, разные крупинки, сахарный скраб, и с ароматом абрикоса. Пахнет вообще, пахнет тут, как действительно пахнет абрикос. Ой, аж, знаете, хочется съесть, вот так насыщенный вкус абрикоса, насыщенный вкус абрикоса, он мне получился за 24 гривны, так он 39, кажется, 400 миллилитров, вот эта бутылка. Так, цену я сказал, миллилитры я сказал. Так, дальше смотрим. Это Greenway, да, Greenway. Greenway я еще взял вот такое жидкое мыло, уже с дозатором и с носиком. Оно мне получилось за... Сейчас я вам скажу, тут у меня чек.
Ну, мне получилось это мыло за 17 гривен. Тоже так оно по 30 чем-то. Я вам скажу, запаска была за 24 гривны. Ну, вот я взял это вот мыло с носиком в бутылке пол-литра. То есть выгодно, да? Зачем там брать эту запаску, эту переливать куда-то, если вот целая банка с дозатором, с носиком. А запах манго-ричи тоже я понюхал. Вот как, знаете, как сок мультивитаминный пахнет. Вот ты понюхал, и тоже хочется выпить. Вот прям фрукты-фрукты. Тоже поставить, даже вот на кухне поставить, мыть руки после мытья посуды. Тоже классная штука, тоже фирма Greenway. Тоже я взял по кэшбэку. Дальше салфетки Greenway. Вот такие, огромная пачка. Хорошо, что придумали вот такую штучку. Ой, открывашку. Открывашка не открывается. Ладно, не буду открывать, потому что если сейчас открою, то, наверное, у меня там еще есть старая упаковка. Антибактериальные, в упаковке 100 штук. Я их за них заплатил. Так, по кэшбэку 15 гривен мне получилось. И я их взял, ребята, две упаковки взял. Думаю, чего уж там, если за 15 гривен нормально две упаковки. Считаю, хорошая цена. Дома, в хозяйстве, даже кинуть в машину пригодится. Это очень хорошая штука. Потом взял две упаковки тоже туалетной бумаги Greenway, этот кинуть себе в рюкзак, использовать как по назначению, да, что тут такого, это жизнь, и использовать, в принципе, использовать как мокрые салфетки, потому что вот эти вот салфетки, они более плотные и более сильно, более мокрые, тоже очень хорошие. Здесь 40 штук в упаковке, вот 40 штук, под счет выдержу. Можно, да, ну, понятное дело, можно выкидывать в унитаз, стопроцентное натуральное полотно. Вот, влажная туалетная бумага. Я заплатил за одну упаковку тоже по кэшбэку. Так, 13 гривен, друзья. За одну упаковку по кэшбэку получается 13 гривен. Тоже взял две упаковки. Так, ребята, дальше взял вот такую пудру. Это матовая пудра для укладки волос. Не люблю вот эти гели. Раньше, когда-то очень давно еще, знаете, пользовался вот этим гелем для волос. Ну, намазался, причесался, феном наложил, но все равно ты идешь, и оно, волосы блестят, и ты идешь, как это, знаете, как рождественская утка. Как рождественская утка. Намазанная, блин, идешь и... Ну, мне это не нравилось, я смущался, и поэтому я для себя нашел вот такую штучку. Это как, знаете, как мука. Ты на волосы немножко на ладонь, растер на ладошке, на волосы уложил, как тебе нравится. А волосы, она только подходит только для коротких стрижек. Ну, наверное, так я и понял, что это, в принципе, для коротких стрижек. Тут так и написано, для коротких стрижек. Она убирает жир лишний, на 2 дня точно убирает лишний жир. Я пользовался вот этим тафтом, для себя нашел тафтом. Всегда, в принципе, пользуюсь этим тафтом, но его, он сейчас очень сильно подорожал. Он больше сотки стоил. Я еще его, помню, покупал за 55 гривен. Начал им пользоваться за 55 гривен. Я говорю, что я не люблю гели, что они блестят, и ты идешь, и я себя некомфортно чувствовал на голове, у меня все блестит. А вот эти вот пудры, невидимый результат. То есть ты уложил, его не видно на голове, и все. Вот. Сейчас нашел вот этот, он чуть подешевле. Ну, нету вот этих, не было. И они подорожали, вот эти Тафт Шварцкопфы. И я нашел вот этот подешевле за 63 гривны. Или за 50, не, обманываю, за 53, а по полной стоимости он стоил 93. Так что я, наверное, сейчас перейду вот на эту бюджетную серию. Не знаю, что за рамбутан какой-то, рамбутан, но буду пока что пользоваться вот этим рамбутаном, пока не найду Шварцкопф по акции. Так, это без кэшбэка, это обыкновенная цена, ну, как бы это обыкновенная цена, это цена со скидкой. Так, друзья, и не могу жить без аромапалочек, поэтому взял вот такие новые аромапалочки. Это Spicy. 24 штуки в упаковке. Они стоят 30 гривен. Всегда у меня есть это аромапалочки. Всегда покупаю разные. В разных упаковках есть специальная такая подставка под аромапалочки. Обожаю всякие штучки индийские. Как вы знаете, я хочу попасть в Индию. Сейчас смотрю Ирину Хинди. Смотрю индийские всякие эти, ну, традиции их. Еще одному там парню смотрю из Индии. Напишите, что вы покупаете, чем вы и пользуетесь, в принципе, из этого всего, что вы покупаете. Пишите ваши комментарии. Мне очень важна ваша поддержка в комментариях. Всего вам наилучшего. Все, всем пока.